Масштабную спецоперацию по спасению осетровых провели на Каспии. Пограничники изъяли у браконьеров десятки километров сети. В открытое море удалось вернуть около 500 особей ценных пород рыб. Массовые рейды на Каспии казахстанские пограничники организовали совместно с российскими коллегами. Это не оставило браконьерам шансов скрыться в нейтральных водах. Именно в пограничном пространстве незаконный лов был поставлен на поток. Там задержали 3 браконьерских судна и 18 незаконных мореплавателей. В лодках находились 2 тонны живой рыбы. Около 300 осетровых и больше 100 рыб чистяковой породы удалось вернуть в море. Судя по количеству улик, у браконьеров были серьезные планы. Изъято 74 километра сетей и 400 метров снасти. Задержанным теперь грозит штраф больше 500 000 тенге. Предотвращенный ущерб государству составил более 816 миллионов тенге. Нанесенный ущерб государству составил 189 миллионов тенге. В лучшую сторону по итогам массированного применения сил и средств отмечались пограничные корабли «Нур-Султан», «Тарас», пограничные катера «Нурлыжол», «Калкан», «Досан-Батыр», а также пограничное отделение «Кендерле», «Тюбкараган», «Евразия».